В преддверии Дня защитника Отечества глава района Адам Джарим вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Александру Кузьмичу Гусенкову. Александр Кузьмич воевал в 51-й дивизии 6-й гвардейской армии. С боями прошел Белоруссию, Чехословакию и Германию. Награжден орденом Великой Отечественной войны и орденом Красной Звезды. Не говоря о множестве других правительственных медалях. Мы гордимся своей историей, гордимся своей страной и гордимся нашими ветеранами. Спасибо вам, Александр Кузьмич. Спасибо. Творческий коллектив Азовского дома культуры подарил ветерану музыкальный подарок – всеми любимые песни о войне и, конечно, победе. Александр Кузьмич поделился с гостями воспоминаниями о военной службе и радости от победы.